Вот и приехали мы в наш отель Хоу Лайн. Это вот ванная комната. В принципе, ну, неплохо для тройки, вообще очень хорошо. То есть принадлежности. Ванная. Здесь все. Раковина. Унитаз. Все, в принципе, хорошо. Полотенце. Вот такие вот две огромные, особенно одна, это вообще поле какое-то, кровати. Вот так вот все. В общем-то нормально. Так мы устроились вот во Вьетнаме. Да? Даже с видом на море, вот мне сестра говорит. Ой, а эти панорамные вообще окна. Вот. Видишь, даже море видно. И вот море. Тут буквально, наверное, здорово. Ходьбы это 5 минут до пляжа. Вот. И вид так неплохой бывает, что вид на стройку. А здесь, в общем-то, так прилично и вид, и все. Пока нам нравится отель. Также в номере вот чайник, кофе, ну, принадлежности для кофе, чая, вода. Это все бесплатно, нам сразу объяснили. В принципе, понять их можно. Они, конечно, не очень хорошо говорят по-русски, но понять можно. Пытаются, по крайней мере, по-русски что-то, какие-то слова сказать уже заученные. Зеркало, телевизор. Ну, то, что в холодильнике, и то, что здесь, нам сказали, это платно. Вот. Вот, даже тапочки присутствуют. Вот такая, собственно, терраса, небольшая, но уютная. Вообще, отель очень нравится. Хороший. Или у нас номер на 7 этаже. Очень хороший, обзорный. Хоть и тройка отеля, а все равно как бы он. Я бы оценила его, ну, в 4. Хороший. Так, давайте посмотрим, что в номере есть из туалетных принадлежностей. Ну. Бумага это само собой разумеется. Также есть шампунь и есть гель для душа, для тела. Также имеется вот шапочка для душа. Здесь есть также расческа. Ну, одна. Ушные палочки. И две щетки зубные. И также в каждой зубной щетке идет, то есть одна щетка, в принципе, она такая мягенькая. И зубная паста на раз. Вот как бы такой вот туалетный набор в этом отеле. Ну, я считаю, это нормально.